Всем знакома ситуация, когда тебе одиноко, родители постоянно на работе. Мама, ты когда к нам приедешь? У меня еще очень много работы. И друзей у тебя нет, кроме него. Малыш, я у тебя приземлюсь здесь, а? Здесь какой-то человек, малыш. Кажется, ему плохо. Так это же ты. Да нет, это какой-то размазня. Есть что-нибудь интересное? Спайдермен или посетки в кампу. Давай лучше пошалим. А знаешь, кто самый нераупитанный мужчина в полном расцвете сил, а? Брэд Пит. Я наверху своего нового летающего друга. Тебе придется посещать приемы школьного психиатра. Что ты видишь на этой картинке? Пятно. На этой? Пятно. На этой? Смешарики играют в карты на раздевание. Возьми все! Гляди, малыш! Тебе не кажется, что твое место возле Наташи? Я ваша новая домоправительница. Я говорю, ты слушаешься. Разберемся. Просто я думала, вы больше. Мне кажется, женщины слишком зацикливаются на размере. Нам нужно много шоколада. Он правда существует. Ты мой самый лучший друг. Сказочной комедии. Не улетай, пожалуйста. Он замечательный. Хоть что-то мы сделали, как надо. Для всей семьи. Люди верят во все, кроме правды. Он улетел, но обещал вернуться. Просто нужно подождать. Он прилетит, он обещал. Не надо слов. Плюшки подгорают. Вот еще Карлосон.